готовим новогоднее печенье. Когда вы будете его готовить, ребятки, загадывайте свои самые сокровенные желания. И пусть в новом году они у вас все обязательно исполнятся. Сливочное масло, мука, кардамон, корица, имбирь, какао-порошок и сахарная пудра. Таков рецепт имбирного печенья, которое с удовольствием готовят семиклассники 17-й Одинцовской школы и ребят из многодетных семей под руководством вице-президента благотворительного фонда «Счастье жизни» Жанны Фетисовой. Как медом пахнет, корицей пахнет. Ой, как вкусно. Предновогодний мастер-класс в рамках проекта «Доброе кино» подготовили благотворительный фонд «Счастье жизни» и сторонники партии «Единая Россия» совместно с постоянными партнерами социальных акций и мероприятий, реализуемых на территории Одинцовского округа. Проект «Доброе кино» направлен на то, чтобы показать, как традиционные морально-нравственные ценности, на которых априори строится наше современное российское общество, это такие, как доброта, как милосердие, как взаимопомощь, да, взаимовыручка, многие другие, как они способны улучшить качество нашей жизни, как они способны сделать нашу жизнь счастливой. Саша учится в 7 классе, в будущем собирается стать ортодонтом, а сейчас девочка с воодушевлением взбивает венчиком белки с сахарной пудрой, готовит глазурь для печенья. Я обожаю готовить. Что готовишь? Готовлю разное, люблю запеченную картошечку готовить, иногда готовлю лимонный тарт. А глазурь ты первый раз делаешь? Глазурь? Нет, не совсем в первый раз. Я давным-давно готовила со своей тетей. Она у меня кондитер. Она тебя научила? Да, она меня научила. Мы с ней как-то раз готовили безе, очень вкусно получилось. Не в новинку такие мастер-классы и 13-летнему Ильясу. Он любит готовить, часто помогает маме на кухне, самостоятельно печет блинчики и капкейки и даже задумывается над тем, чтобы в будущем стать поваром. Я думала насчет этого, то, что, может быть, я когда-нибудь стану поваром, получу звезду Мишлен, но это пока только мечты, но, может быть, это станет реальностью. С помощью кондитерских формочек ребята сделали печенье, а после выпекания украсили разноцветной глазурью. У каждого получилось свое уникальное новогоднее угощение, которое они смогли забрать домой. А в завершение мастер-класса всем детям вручили сладкие подарки. Девчонки, с праздником! С Новым годом! Наталья Гончарова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».